Всем привет! Мы сегодня в московском аэропорту Шереметьево, терминал С, зона международных вылетов и зал ожидания Малевич. Именно здесь можно провести время перед вылетом с полным комфортом. Теперь обойдем, посмотрим зал. Он имеет форму полукруга. Очень красивый вид на летное поле. Можно взять себе напитки и еду и сидеть, наслаждаться зрелищем, как взлетают самолеты. В зале масса зон, есть очень классная детская игровая. Вот она как раз. В нескольких местах по залу расставлены небольшие перекусы, напитки. Тут всегда есть вода. Неплохой выбор алкоголя. Есть и вина, и мартини, и игристое. Ну, в таком зале до вылета пассажиры точно не заскучают. Время пролетит незаметно. Теперь посмотрим, что по еде. Есть окрошка на квасе, гороховый суп, картофель запеченный, рыбные котлетки и плов с курицей. Дальше ребрышки в медовой глазури. Гречка и рис на выбор. И чехамбили из курицы. Крем-суп из цветной капусты, опять гороховый суп и грибной суп с курицей. Есть также точка с салатами, здесь есть винегрет и различные овощные нарезки. Несколько фруктовых салатиков и есть сэндвичи, их в принципе можно взять с собой для перекуса и пирожки. Нарезка с сыром, два вида колбас, точнее колбаса и ветчина, различные соусы. И переходим к сладкому столу. Вкусные заварные пирожные двух видов, печенье, безе и разные небольшие тортики. Выбор большой, также большой выбор алкоголя. Здесь точно каждый найдет себе что-то по вкусу. Ну и, как говорится, хороший полет начинается с вкусной еды. Также по всему залу установлено табло вылета, чтобы гости не пропустили свой вылет. И здесь несколько видов зарядок, которыми можно пользоваться, что очень удобно, как и в целом весь бизнес-зал. А также есть несколько платных баров. Прохладное время года здесь есть, где повесить верхнюю одежду. Главное ее потом не забыть забрать, потому что в аэропорту тепло и комфортно. Такой вот стильный бизнес-зал. А также сверху можно наблюдать за основной зоной, как люди сидят в ресторанчиках. Здесь также есть игровая комната, где платные автоматы. Но для тех, кто любит провести время активно, это очень даже классное место. Вот так оно выглядит. И на табличке указана стоимость жетона 300 рублей за одну игру. В целом для аэропорта абсолютно нормальные цены. И с краю здесь находится еще один бар, где можно заказывать платные напитки. Здесь массажное кресло, кабинет для работы и большая курительная комната с креслами. Ну и напоследок заглянем, конечно же, в туалеты. Туалеты здесь чистые, опрятные. Зал ожидания действительно классный, очень рекомендую для посещения. Время пролетает незаметно, приятно, вкусно. Определенно, это лучший бизнес-зал в Москве.